16 июля, пятница, 2021 год, вот Суворовское училище. Вот так остался, соточка осталась. Вот трава, пырей, прям сочная. Вот сейчас соточку заканчиваю. Вот здесь, ну если точнее быть, здесь 0,750. По ширине 3 метра, а так 25 метров. И будет вот этот ансамбль 15 соток. Вот это как бы почти соточка вместе с вот этими и за поворотом. Это 4,5 сотки. Вот это посередине тоже 4,5 сотки. И та клумба получается возле синего седана 6 соток. Получается по длине они все 45 метров, а по ширине получается там 13 метров, это 9 метров средняя клумба. И здесь получается где-то 7, а там получается 13. Ну, все перемерил. Получается, вот будет зачет 15 соток. Так что я работодателю экзамен сдал. Я так понимаю, сегодня на училище работаю, Суворовское училище. Вот. Понимаю, что вот попал в глаза, это большая ответственность. Соток, за 5 часов, значит, ушло 3 литра бензина, вот больше даже чуть-чуть, и получается уйдет, вот я так понимаю, 5 метров квадратной желтой бронепойной краски. 5 часов времени, может чуть больше. Все, помогай Бог, все заявочки на телефон плюс 7 924 1 23 24 44. Смотрите YouTube канал Стороженко Владимир, все отчеты. Вот, так что я со своей стороны 15 соточек сделал. Вот, хотелось бы повышения зарплаты, потому что это реальные 15 соток. Это реально пырей, это реально клевер. Вот, это реально больше 3 литров бензина ушло, 5 метров лески, более 5 часов рабочего времени. Вот. Так что я проверку прошел. Дай Бог, чтобы прошло проверку руководства. Все, помогай Бог, дай Бог всем мудрости. Работаем.